Добрый день. Мы к вам первый раз приехали. Вот. И здесь губернатор с нами ваш. Сипягин Владимир Владимирович. Власов прошло, и нас не только встречает губернатор, но и едет с нами по всей области. 30 лет, представляете, какая у нас демократия. А других губернаторов мы и не видели никого. У кого свадьба скоро будет? Есть такие? Где? У кого? Где? Иди сюда, где свадьба? Иди. Так у тебя уже ребенок. Я в третий раз! Ну давай подарок делать. У меня 5 детей! Дай ему вот. Где? У кого свадьба? Вот ему дайте. Вот ему. Давайте, вон там они все. Ну мы всем вам дадим. Только не толкайтесь. Спокойно. Каждому из госбюджета страны по 1000 рублей. На черешню, на клубнику, на конфеты. Включая детей. Где они стоят наши? Вот там. Вон там. Где? Вот там. Вон там стоят. Заходите в коридор по одному, каждый получит. Не толкайтесь. Идите спокойно. Все получите. Что? Дайте адрес. Купим двухколесный. Самый дешевый. Молодец. Бабушки? Самокат бабушки давайте. Дадите самокат. А ты что хочешь? То есть, когда чего-то нет, вот смотрите, жалуются на лекарства. Лекарств полно в стране. В Москве. Я сообщайте, какая аптека отказала, мы направим губернатору, он проверит. Если действительно не хватает во Владимирской области, все рецепты нам. Мы вам организованно пришлем. Но аптеки нет, но если оно есть в ближайшей аптеке, вы получите. 13 километров. Москвичи требуют аптека в шаговой доступности. А в Москве аптека с шаговой доступности. Храм с шаговой доступности. По какому поводу вояшку? Встречаемся с вами в воскресенье. Просто. Мы ни разу не приезжали к вам. Ни разу. А партии 30 лет. Владимир Вольфович. Поэтому мы по всю страну объехали. Всю. Единственная партия в мире. И вам помогаем всем. Каждый месяц миллионы рублей, по 1000 рублей, по 2 направляем по всей стране. Вот сейчас по Владимирской области мы... По Владимирской области раздали 2 миллиона вот за один день. Вам сейчас 200 тысяч раздадим, а таких станций 10. Давайте, депутаты, а я обойду, там сделаем фотографию, что-то скажете, жалобы все передайте мне сюда, кто написал. Кто не написал, те напишите, а? Воду надо. Вот будем помогать, чтобы вода быстрее пришла, чтобы чистая вода была. Все, что можно, будем вам помогать. Да. Владимир Вольфович, у нас в течение 10 лет закрыт молодежный ДК. Вот, ну где? 10 дома культуры нет. Мне больно. Вот что, спортивных залов нет. Аптеки нет. Пропал. И ближайшие аптеки. Вот все жалобы оставьте. Губернатор здесь. Здесь председатели комитетов. Чтобы они из первых уст знали проблему. Если бы у нас было большинство, не 40 мандатов, а 240, мы бы все сделали. Но вы же арифметику в школе проходили. Решение принимает Госдума большинством. Большинством Единой России. Это их министры, это их президент. Их вот единственный у нас губернатор от нас. Всего 3 губернии. И во всех дела идут лучше, чем при прежних губернаторах. Все вопросы запишут помощники губернатора. А я пройду здесь, пообщаюсь с вами. Дорогу.
Заторги. Нам не стыдно приезжать. Там только камеры. И транспорта нет. Асфальт нет. Там какие-то 4 километра. Губернатора сюда давай. В отдельной республике национальной, чтобы они там молчали, не воевали, ничего не было. А все это делается за счет мотоциклов. Владимирская область. Должно быть бесплатные и платные. Они обманывают, чтобы из вас вот жаловались. Ни аптеки, ни дорог. Была аптека. Ее закрыли. Я сейчас в таких деревнях хочу организовать доставку лекарств, чтобы была моя машина. Хотя бы раз в неделю. Раз в месяц. Бросили их и все. Мы сейчас так и делаем.